have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Мини-Метро. Поехали посмотрим, что в ежедневниках. Париж. Ну, не знаю. Давайте подождем пока что. Давайте посмотрим, как у нас пойдет с Китаем. Почему нельзя? А, можно вот так листать. Но только по одному клику. Почему я не могу зажать и отлистать его как следует? Да. У нас есть Шанхай и Гуанчжоу. Гуанчжоу у нас не пройдет. Там нужно 500 в Гуанчжоу. Давайте так. 500. Чтобы нас пропустило. Мы пробовали два раза. Поехали еще раз попробуем. Ла-ла-ла-ла. Как же это офигенно, да? Блин, я не понимаю, это очень прям жесткая тема. В прошлый раз у нас не получилось. Я надеюсь, мы сейчас пройдем. Знаете, я тут даже не буду пытаться там 1000 сделать и всякое такое. Мне прям нормально. Блин, что ты делаешь? Мне прям нормально, если я наберу 500, и мне хватит, спасибо. А как это ты сюда приехал, а потом поехал... Ладно, забей. Я не буду задаваться глупыми вопросами. Тут, короче, да, тут с бешеной скоростью появляются станции, туда быстро накидывают кучу людей. По крайней мере, слушайте, по крайней мере, у нас сейчас квадрат не на острове. Вообще ни разу не решает проблему, но все же. Сколько у нас еще? 2 тоннеля, да? Я подожду. Я немножечко еще подожду. Я, возможно, запущу сюда второй локомоку. Вот так вот сделаем. Будем пока что максимально избегать лишних. Ну, смотрите, у нас тут уже вон 4 круглых станции, которые нам сейчас будут засирать вообще все, что только можно засрать. Ну и как так-то? Смотрите, что я предлагаю. Сделать здесь чисто дополнительную веточку для развоза вот этих круглых станций. Здрасте, а как я это туда должен по-вашему... Локомотив и вагон... И вся идея с синей веткой у нас накрылась медным тазом. Вот так вот делаем. Сразу же, наверное, второй локомотив на синюю. Потому что и синие, и желтые у нас сейчас будут страдать от того, что у них куча круглых станций, с которых нужно это все как-то вывозить, блин. Это прям проблема. Мне это все пока что не кажется чем-то хорошим. Ну, в общем, я же говорю, что, во-первых, скорость появления станции, а во-вторых, скорость спауна пассажиров на этих станциях, в-третьих, расположение. То есть, вот вам полкарты кругляшков, каким хотите образом вывозите оттуда людей, а потом мы подумаем, что с вами делать. У меня закончились тоннели. Если еще что-то появится справа от экрана, будет вообще нехорошо. Но... Круглая? Конечно же круглая, ну конечно же круглая. Кто ж там поставит квадратную станцию, правильно? Ну кто ж будет тот дурак, который там поставит квадратную... зачем? Вы чё? Охренеть.
Треугольная, спасибо. Ну, хоть что-то. Сейчас он заберет вот этих треугольников и хотя бы высадит их здесь. Ладно, нам нужно разнообразие станций немножечко хотя бы, потому что то, что оно там кругляшками натыкано, это вообще вот ни разу не фан. Еще одно треугольное. Хорошо. Я не в восторге, но ладно. По крайней мере, у нас квадратная не на острове. Давайте начнем с этого. У нас есть хорошие новости. Квадратная станция не на острове, и туда не надо тратить по 25 тоннелей каждый раз. Локомотив тоннели, спасибо тебе большое. Есть, хоть немножко спасены. У нас есть еще резервный вагончик. Если получится куда-то его приткнуть, посмотрим. Был бы не против. Так, на самом-то деле, слушайте, ребят. Если мы вот так сделаем, это заберет у нас локомотивчик, да, но это нам немножечко разгрузит синие и желтые ветки по краям, во-первых. Во-вторых, блин, может его до квадрата докинуть сразу? Давайте я потрачу один тоннель, докину его до квадрата и звездочки, чтобы он шел аж туда. А потом уже посмотрим. Видите, вот эти вот круглые станции, их нужно как-то вывозить. И вывозить мы их будем двумя способами. Вот видите, вот это вот, как она? Это не коричневая, это не оранжевая. Это линия цвета детской неожиданности какая-то. Ну, короче, да. Так, а этот забер... О, не надо... Не ешь мой тоннель, не ешь его, не выплюнь, он невкусный. Треугольная. Ну, давай мы вот так вот сделаем. На тебе вагончик. Потому что, мне кажется, тебе он понадобится. Нам срочно нужно на оранжевую ветку еще один поезд. Потому что иначе, мне кажется, будет плохо. Здрасте! Здравствуйте, уникальная станция. Там, где до нее никто не достанет. Еще один вагончик, спасибо. Уже развозим. Сейчас, подожди. Вроде пока что-то как-то это все работает. Посмотрим, как оно будет. Может, кстати, не один тоннель остался. У меня ни одного тоннеля не осталось. Если что, тут вот с этой коричневой можно будет срезать немножечко. Посмотрим. 240. Мне сейчас трындец как страшно. Я хочу пройти. Мне надоело. На самом деле, не то, что надоело, это неприятно, когда ты на одном и том же задании остаешься на третий, на четвертый раз. Это, во-первых, говорит о том, что оно, ну, скажем, чрезмерно сложно. Так, давайте сейчас все те, кто начали думать про Dark Souls, это, вы не понимаете, это другое. Вот, я говорю про эту игру, что вот, ну, например... Так, дайте мне локомотивчик. Вот сюда. Как раз они с двух краев будут идти. Так вот, если ты здесь раз не прошел, окей, это нормально, бывает, bad luck и всякое такое, но если ты не прошел два там раза, третий раз идешь, и оно тебе ощущается чрезмерно сложным, ну, мне кажется, что-то, значит, так не должно так быть. Вот, такое. Желтое, круглое, давай забираем. Как мы вовремя туда поезд под откос просто пустили. Так, синий, ты будешь еще и до этой станции идти, а потом еще и до вот этой. Продлеваем тебе твои полномочия. А зачем ты забрал этих и поехал в ту сторону? Что?
Конечно, еще одна круглая станция. Ты их сюда выгрузил! Ты красавчик просто! Их сейчас типа желтый заберет. Ну давай. Не, ну, на самом деле относительно рабочая стратегия. Зачем ему везти их через полкарты, если он их сюда сейчас до желтой перевезет на пересадочную и там их выкинет. Кстати, желтая начинает страдать. Мне там нужно будет сейчас что-то делать, чтобы он... Квадратная... Спасибо тебе огромное. Два тоннеля, да. Квадратная станция посреди и в этом. Вот, вот это прям нужная штука. Мне кажется, это будет нас немножечко чтоб тебя. Вот мы потратили это, эти два тоннеля. Вот они есть. Оп, вот их нет. Та-да-да-да. Красота. Уникальная станция появилась. Классно. Так, почти 4 сотни. Вроде как... К успеху идем, да? Так, еще 100 человек надо. Еще 100 человек. Какая там треугольная? Треугольная терпимо, нормально. Проблема просто в том, что их много, мне кажется. Давайте я на желтую закину еще одного. Мне ни одного тоннеля не осталось. Да, я бы, может быть, даже желтую зациклил бы сейчас. Знаете, в чем прикол? Вот так. И... Вот так. И желтая пойдет по кругу. Мне кажется, это будет правильно. А к звездочке мы и так сможем доехать. У коричневого появился свой квадрат вон там вот сверху. Так что давайте попробуем вот так вот рискнуть. Ну хорошо, 480. Мне кажется, на этот раз прошли. Мне кажется, на этот раз прошли. Можно выдохнуть, можно посмотреть, что там будет дальше. Посмотрим, может быть, даже в Париж сходим, как у нас по времени будет. Вагончик, пожалуйста. Во! Ганчжоу 500 delivery, хорошо. Да ладно, вот на, перегрузка на острове, серьезно? Чувак, не стыдно? А извините, а почему вы отсюда всех не забрали? Ладно, это сейчас круглых закинет. Почти всех забирают. Хорошо, 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 годится. У нас есть еще один локомотив лишний. Можно его, кстати, на синий пустить. Мне кажется, синие немножко страдают. Треугольников понабирала. Куда ты? А, ты их собираешься выгрузить? Серьезно, дружище? Ты их собираешься просто выгрузить? А вы как бы понимаете, что это так не работает? Отсюда их не забирает никто. Опять на острове и на вот этом вот тоже трындец. Этот просто с квадратными поехал мимо. Красавчик. Это сейчас тоже два человека отсюда заберет. Ну и серьезно, а как это развозить?
Ну, что так это, не знаю. Не знаю, что так это. Локомотив, да, тоннели, да. Ну, давай я, наверное, ну, вот на синюю кину еще одного. И синюю объединим вот здесь вот. Ну, я не знаю, как бы. Чтобы он отсюда тоже что-то забил. Блин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Оно все равно сейчас все коллапснется. Проблема, опять же, сейчас нас губят треугольные станции, треугольные, квадратные. Что они все как-то не по пути, туда как-то не довезешь никого. Его нафиг. Но я на самом деле даже не жалею. 500 сделали, следующий уровень открыли, и все. На ачивку я вряд ли буду проходить. Так что пусть оно лопается уже, и пойдем играть в следующий город. Блин, прикиньте, а следующий будет сложнее. Не-не-не-не-не-не-не, погоди. Ну вот это вот сейчас смежное, желтое, синее лопнет, да. Хорошо, фиг с ней. Прошли, прошли. В менюшку, пожалуйста. Итак, есть этот, Нанкин-Мамкин. Есть Чунцин. Блин, опять Китай. Соедините город Чунцин, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Цзялинь. Есть Мумбай. А погоди, а Чунцин у нас пройден. Ха! Мы его, видимо, в этих делали. Хорошо. Мы-то, ну, то есть, не просто ж так он 1700 у нас. Значит, есть Нанкин. Пойдем в Нанкин. Да переключись ты, пожалуйста. Оно везде с иероглифами. То есть... Нас в конце ждет исключительно Китай. Погоди, Аддис-Абеба, Лагос, Окленд. Окленд это последнее расписание, последнее в расписании. Тамаки Макаурай. Слушайте, ребята, мы потихонечку проходим игру. Вы чё? Поехали. Так, так, так. Ну, пока что стандартная схема. Так, тут по 6 загружается в вагончик. Все, супер. Я есть доволен. Пустим вторую линию. Слушайте, практически Switch, да? Так там красно-синее, тут вишнево-синее, но цветовая гамма похожа. Ага. Хорошо. И еще один тоннель у меня остался. Ну, допустим. Сейчас что-то вверх куда-нибудь, да? Как вылезет, как выпрыгнет, как полетят клочки по закоулочкам. Ну, вот типа того. Я аж даже не посмотрел, что нам там следующее надо. Вроде следующее у нас там так разблокировано. Надо будет посмотреть. У нас один или два, сколько там остались, не разблокировано. Что для них надо и откуда надо. Ну, пока что играем в свое собственное удовольствие. Я доволен, что мы прошли Гуанчжоу, по крайней мере, в этот раз, по крайней мере, с первого раза. Так что, все, красота. Здесь, кстати, относительно даже неплохо сбалансировано. Ну, тут, блин, тут у нас круглая, единственная в центре. Ладно, по-моему, они просто поменялись местами. Так. Вот еще одна круглая. И вот еще одна. Слушайте, нет, ну нормально пока что идет. На удивление, кстати. Не будем говорить, я знаю, что сейчас только что-то скажу, только открою свой клюв, блин, у меня моментально все пойдет не так, не буду каркать. Ну, давай локомоку и давай вагончик возьмем.
По-хорошему, да. Зачем мне? Сделаем кольцевую посередине. И вот эти вот отдаленные пока что поубираем. Так. Сколько у меня там? Один тоннель остался. Хорошо. Так, мне кажется, пора уже раздавать те вторые локомотивы на линии. Сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, на бордовую, вишневую, как вы назовете эту ветку. По крайней мере, сюда, мне кажется, это было бы уместно. Она длиннее, чем зеленая, во-первых. Во-вторых, на ней меньше станций дублируется, чем на зеленой. Зеленые две самостоятельных станции. Тут их, вон, 6 штук. И как-то же... Работают же как-то, да? Квадратная. Ой, блин, спасибо вам огромное. Тогда нам нафиг не нужны вот эти две станции. Локомотив, вагон, да, спасибо. Надо было, наверное, линию взять. Я сейчас только об этом подумал. Ладно. Пока работает, пока нормально. И тут квадратная. Ну, слушайте, довольно-таки широкий спектр... развоза, то есть они все не скапливаются. Он вот тут забрал, вот тут оставил, вот тут забрал, тут оставил. Ну, нормально. Пока что это все выглядит достаточно адекватно. Да, там на край немного скопилось, но, во-первых, что их всех сейчас заберут, а во-вторых, их всех развезут по пути, их не оставят куда-то там до центра везти, и все. Их сейчас вот тут же и расхреначат, и поедут дальше забираться. Ну, нормально, нормально. У нас 4 квадратных. Когда такое было? Вообще, это же неслыханно, блин, и не видано. 4 квадратных станции. Вы чё? Так не бывает. А, уникальная. Нет, ладно. С уникальной станцией сейчас будет весело, да. Мне нужно вот здесь вот новую линию. Дайте мне, пожалуйста, наверное, линию сейчас. Он просто привез, выкинул там всех кругляшей, нахрен, нате, разбирайтесь. Вы развезете, вам нормально. Или ты их на обратном пути соберешь? Не, ладно, он их на обратном пути собирает. Пойдет. И тут двух кругляшей. Ну, пока что это, с вагончиками два локомотива вывозят. Но там нужно ставить вторую ветку, это я уже вижу. Сейчас, если нам дадут ветку... в воскресенье, то я думаю, что я ее тут поставлю. Я ее, наверное, даже закольцую. Посмотрим сейчас. Мне кажется, это будет более правильным вариантом. Вот этот треугольник, кучу треугольника сейчас выкинет. Квадрат сюда в конце. Красота. Красота. Воскресенье. Итак, воскресенье ждем тебя. Локомотив и... Блин, я возьму линию, потому что нужно. И вот это тоже сюда подключаем. Вот. И по этой линии у нас пойдет два локомотива в разные стороны. Вот так вот сделаем. Красота. Тогда, так, получается, у нас зеленая не подкреплена никак. У нас есть, грубо говоря, правый контур, средний контур.
две линии, две ветки также дают нам право на то, чтобы запускать в два раза больше локомотивов, если мы когда-то их дождемся. То есть по 4 на одну ветку, но таким образом можем запустить там 8. Что уже неплохо. Вот, короче, рециркуляцию закинули. Еще одного локомотива мне нету, но я зеленому отдам вагончик сейчас, чтобы он не страдал, чтобы он мог всех вывести там с конечной станции. Вот, а остальные вроде как неплохо живут и так. То, что у нас уникальная станция справа, но я не могу все ветки туда подвести, мне проще будет, чтобы красный экспресс их забирал и увозил. Будем посмотреть, как это работает. Люди приходят, но пока что каких-то страшных очередей я не вижу. Хорошо. Поставим сюда треугольную станцию. Пока что без бэкапа, а там посмотрим. Блин, а сюда нужен бэкап. Потому что, чтобы он треугольников сюда мог высадить. А, он их не забрал. Все хорошо тогда. Они сами разобрались. Приятно. 400 людей развезли. Ачивка будет за 500. Хорошо. Вторая уникальная станция. Немножечко хуже, но в принципе ладно. Локомотивчик, да, пожалуйста. Вагончик, да, пожалуйста. Я их даже пока что придержу немножечко. Какие разные города в одной и той же стране. Круглая станция. В принципе, ладно. В принципе, поехали. Сейчас посмотрим, как у нас будет ситуация меняться. Видите, у нас карта разрастается вправо. Ух ты же, еще одна уникальная станция. То есть, то, что у нас когда-то было центром, вот голубая ветка, она теперь у нас смещена влево очень сильно. А карта в основном разрастается вправо. Вот это вот подречье, смотрите, наверху, нам потихонечку карта отодвигается, и наверху у нас есть... 500 человек расхреначили. Наверху появляется речка. Если станции начнут появляться там наверху, или опять же слева, вот это будет прям не очень красиво, потому что там мне пока что крыть нечем. Я более-менее организовал движение здесь, и оно нормально так работает, но вот там, вон, да, там придется что-то делать. А оно туда подкрадывается, смотрите. Нам, кстати, вот эту нужно будет скоро усиливать. И красную, и фиолетовую. Давайте мы фиолетовому вагончик, наверное, один дадим. И на красную линию поставлю еще один локомотив. Мне кажется, это будет правильно. Так, нам дают еще один. Это хорошо. И... я еще раз возьму вагон. Смотрите. Вот, как только я взял вагон, нам начали... да. Надо будет вот эту сторону как-то усилить. В следующий раз беру тоннели. Ничего не поделаешь, мне кажется, это та правда, которую нам диктует жизнь. Нам надо сейчас будет с этим что-то делать. А к тому же у нас по синей ходит только один локомотивчик. Поэтому туда второго кинем. Да. Они начали развивать левую часть, нам срочно туда нужно сейчас что-то будет с этим делать.
Смотрите, вот все, что оно туда привезло, это уникальные станции. Это красному сейчас придется туда с вагончиком заехать. А у нас красный с вагончиком только один. Слушайте, ребята, ситуация такая себе. Это все нужно будет забрать, а забрать это некому. Ну, треугольников-то он заберет, и кружков он тоже заберет, да. Но вот это придется забирать красному. А он еще должен с этой станции уникальный выйти. Ну, классно. Что? Давай сгребай всех. Кружков, зачем ты кружка взял? Зачем ты кружок взял, блин, чувак? Зачем? Что? Как? Почему? Мне придется отдать вагон с фиолетового на красный. Вот, потому что иначе он отсюда не заб... А он отсюда и так мало кого заб... Ладно. Не забирай отсюда никого. Просто едь пустым дальше, нафига тебе... Ладно, ты кружки потом перекинешь, надеюсь. Локомотив, да? Ага, теперь нам не дают ни линии, ни это. Ладно, тогда вагон еще один. Два. Много, короче, не бывает, пофиг. Ладно, пока вроде разгрузили ситуацию. Хорошо. Фиолетовому вагон. И вот этому фиолетовому вагон. Активнее развозите, друзья. Давайте. И зеленому сюда еще один разгрузочный локомотив. Какого... убрать отсюда пересадочную станцию. Блин, просто трындец, как это мешает. Давай зеленый у нас пойдет сюда, сюда и сюда. Лишние три станции, но они не будут накапливаться здесь. Мы тогда сдыхаемся от уникальных... Вот четвертую вот тоже отлично сюда же. Потому что чисто красными мы не вывезем. Оно там не закольцовано. И пока они до туда доедут, блин, тут все постареют просто. Кстати, 1000 человек. Неплохо. А, теперь мне специально никто ни хрена не дает. Ну вот на зеленой началась катастрофа. Что сгружать это некому. Это сейчас загрузит чисто треугольников, смотри. И отсюда тоже заберет треугольников и сгрузит их на следующей станции. Красиво, спасибо. А как? А хрена ли ты их всех тут сгрузил-то?
Я иначе не сделаю никак сейчас. Я вообще голубую создавал как вспомогательную, чтобы как-то разгружать, а эти станции наоборот бомбить начали сейчас. Вы что делаете вообще? Давайте мы красных немножко продлим сюда, чтобы они хоть как-то вывозили. А чё ты плюсов-то не забрал? Что их типа зеленые повезут? Ты нормальный? Зеленые не в тех масштабах возят, вы чё? Он даже доехать не успеет. Смотри, пока он будет квадраты сгружать. Ну, а сейчас уже линию, да, спасибо. Он не доедет, оно сейчас лопнет, смотрите. Бам! Как только он туда доехал, как только он... Ах, короче, ладно. Мы про это уже говорили. Хорошо, хорошо. По сути, пройдено. Я не вижу никаких проблем. 1400... Чунцин у нас с рекордом уже установлен. Получается, Мумбай. У нас остался, да, Адис-Абеба и Лагос. Наберите в Мумбай 500. В Мумбай 500. Получается, Мумбай это у нас ворота к победе, грубо говоря. Потому что раз Чунцин мы уже играли, я думаю, может быть, мы его пропустим пока что. Раз, два, три... 4 китайских города. Но я понимаю, что все. Наверное, тогда давайте в следующий раз пойдем в Мумбай, попробуем открыть оставшиеся два города. И нам тогда... Смотрите, какой план. Играем в следующий раз в Мумбай, в Адис-Абебу, если получится открыть. А через пару неделек мы с вами тогда сыграем в Лагос и Окленд. Получается, таким образом мы кампанию пройдем. А потом уже посмотрим, может быть, что-то поделаем с испытаниями какими-нибудь, с дейликами, с недельными. Вполне, чего бы нет. Пишите, что вы об этом думаете. То есть, по сути, прохождение мы почти что затащили. Пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.